То есть что такое беспроигрышная стратегия арендного маркетинга? Так как 3 года я работаю с инвесторами, то есть не с покупателями, которым пофиг, которые не поднимают свою попу с дивана, а готовы переплачивать 25 тысяч, 30%, 100 тысяч, ну туда и дорога. То есть все это свободно, все довольны, у каждого свои, в каждой избушке свои погремушки. Я работаю с инвесторами, с людьми, которые реально ценят свои деньги, ценят свое время, и понимают, что инвестирование – это работа, получение прибыли. Либо вы получаете прибыль, либо ее получает кто-то другой. В данном случае, либо вы получаете прибыль от покупки недвижимости, либо риэлтор получает ту же прибыль, ну, риэлторская компания. Я считаю, нерентабельно покупать недвижимость для инвестора, если он не отталкивается от 2 составляющих. То есть это рост недвижимости во времени, но это длинное плечо, это 5-10 лет, даже при сегодняшней прекрасной ситуации. И вторая – это аренда. То есть, если вы переезжаете в Испанию, это одна история, но, как правило, да, приобретение недвижимости с целью получения дохода, да, дохода от собственности. Поэтому нужна аренда. И опять же, не надо никаких иллюзий о том, что кто-то кому-то сдаст, и вы получите деньги. Если кто-то за вас занимается арендой, получает только тот, кто занимает. Вы оплачиваете все коммунальные платежи, содержание, налоги и так далее. Как бы парадоксально это ни звучало. Поэтому второй блок, второй курс школы называется «Беспроигрышная стратегия арендного маркетинга», где мы как раз занимаемся этим маркетингом. Что мы делаем? Мы прорабатываем момента покупки какой бы то ни было недвижимости. Кстати, перед вами сейчас блок, вот этот блок находится в Бенальмаде. Наш блок, он также присутствует в нашем YouTube. Мы его освещали, может быть, не так хорошо, но как могли, так освещали, как говорится. То есть мы прорабатываем полностью схему инвестирования до момента ее покупки. И это будет... Если вы покупать новое жилье, жилье под строительство, если у вас есть цель зарабатывать на ней, вот этот момент вы должны просчитать заранее. Вот если Аня у нас сейчас здесь, но Аня сейчас у нас здесь нет, то есть вот она второй раз едет в Испанию, потому что как раз, когда вопрос был после окончания курса, Оксан, как мне выбрать, то есть я говорю, просчитай, есть 8 формул у нас волшебных на одном из модулей, где мы это все четко просчитываем, но это только модули, только формулы, это только один. То есть курс длится, второй курс в частности, месяц. Это 8 полноценных модулей, где мы не просто с вами считаем, да, то есть у нас 2 часа, то есть где-то 2 часа примерно мы занимаемся подсчетами. Но для того, чтобы войти на рынок мягко и без ца, мы как раз до момента покупки вот этот вариант раздачи в аренду прорабатываем. Опять же, естественно, отсюда вытекает рентабельность инвестиций. Рентабельно ли мне вкладывать в этот объект или в этот? Может быть, не вот эту квартиру, или после первого курса, я вам сразу скажу, да, есть 20 объектов, да, у нас на руках. Опять же, те, кто пойдет на второй курс, да, с нуля, я с вами проработаю это дополнительно, у нас с вами будет выбор объектов, я покажу вам, как их выбирать, где их выбирать, и как того, как начнется второй курс, чтобы вы могли, ну, то есть работать с вами, я проработаю с вами этот момент, поэтому будьте спокойны в этом плане. Так вот, просчитываем рентабельность, то есть выбираем для себя более приемлемые объекты, какие-то сразу выбрасываю, потому что одно дело мы выбираем глазами новичка, другое дело мы выбираем глазами профессионала. Опять же, я работаю с вами так, как работают риэлторы, как я бы работала. Если вы риэлтор, начинающий риэлтор, или вы хотите просто повысить свой уровень профессионализма риэлторы, тоже приглашаю, пожалуйста. Опять же, во второй курс, как и в первый, у нас входит влияние и убеждение, потому что любые сделки ведутся через переговоры. Это всего 2 модуля, да, из 8, всего не так много, но они достаточно мощные. Дальше мы составляем план продвижения своей недвижимости в интернете, потому что это, как вы сейчас видите, мощнейший инструмент, и это инструмент сегодняшнего уже дня, не завтрашнего, как я раньше говорила, а уже сегодняшнего, от этого никуда не деться. То есть это, да, то есть, а тем более, если у вас 1, 2, 3 квартиры, да, вот Макс, кстати, с Оксаной, это тоже, да, то есть, если вы правильно, грамотно запускаете маркетинговый план через интернет, он работает на вас. То есть, это такая машина, которую сначала делаешь как имидж, да, как бренд, а потом оно уже работает для себя. И если у вас уже есть купленная недвижимость, то во время курса, у нас сейчас начинается сезон, поэтому во время курса я вам гарантирую, что у вас будут клиенты на вашу квартиру. Все вопросы, касающиеся законодательства, получения лицензии и так далее, все это на курсе мы разбираем, все эти вопросы мы с вами решаем. Что мы получаем? То есть методические пособия, то есть какие контракты. Опять же, вот это бонусом идет ко второму курсу. То есть это материалы, печатные материалы первого курса.
какие депозиты, какие контракты существуют, какой лучший вариант подписания депозита, потому что в Испании их порядка 7. Рабочие тетради, то есть можно распечатать и всегда использовать. Порядок действий при покупке недвижимости в Испании, да, несколько ключевых моментов при работе с документами. Дальше рабочие тетради, какие документы нужно проверить, естественно, раньше, чем покупать, вообще говорить о недвижимости. И вот Ира сегодня спрашивала про документы от застройщика, что нужно спрашивать у застройщика, что нужно спрашивать у владельца недвижимости, что нужно спрашивать у банка. Пройдем с вами ипотечный калькулятор. То есть, короче, чтобы быть вообще более точным, у вас будет доступ к бонусам, первому курсу, то есть вы сможете это прослушать, потому что все записи каждого курса мы выкладываем в определенный ваш личный кабинет, то есть вы всегда можете к нему возвращаться, всегда можете это переслушивать, то есть у вас будет доступ. Дополнительные налоги, как их просчитать, какие документы необходимо проверить, в каком банке, то есть расходы на покупку и владение, это тоже важно, это тоже нужно учитывать при просчете формулы, сайты, на каких сайтах выбирается недвижимость от банков, на каких сайтах просто, это порядка 30 сайтов, чек-листы по оценке жилой недвижимости, список вопросов, позволяющих выяснить истинные мотивы вашего оппонента, ну, то есть 8 формул расчета, таблица для сводного анализа объектов, о котором я вам говорила, то есть где вы сможете просчитать там, ремонт, кто у кого интересует жилье от банка и от застройщика, анкеты для оценки потенциальных клиентов на аренду вашей недвижимости, это тоже важно, потому что вот в этот месяц был у меня запрос, запрос был на 100 тысяч, а оплатить ребята хотели только 10, поэтому вот как с такими клиентами работать, чтобы их не потерять, и как, ну, как отвечать за то, что вы делаете. То есть как проходит обучение, живые вебинары, то есть на другой площадке, мы работаем в Хаунтгауте, да, то есть мы их не выносим на общий, да, на прямую трансляцию, то есть в закрытой группе все записывается, плюс мы с вами еще работаем с парами друг с другом, то есть мы на минуточку становимся друг для друга риэлторами и клиентами, что позволяет снять эмоциональный фон, да, то есть чтобы при выборе недвижимости вы чувствовали себя спокойно, а не как в первый раз. Репетируем, да, репетируем до поездки свою поездку, то есть вот таким образом. Ну, я, так как у меня все-таки актерское образование, да, я с театром тесно связана, поэтому здесь вопросов нет. То есть как это все выстраивается, как это все структурируется. Закрытая рабочая площадка, где всегда можете пересмотреть записи, да, я сказала, где выкладываются домашние задания, где выкладываются объекты учеников прошлых наборов. То есть все это вы сможете получить, плюс у нас свой скайп-чат для участников курса, где вы можете всегда в течение 24 часов, 7 дней в неделю друг с другом обмениваться, друг друга слышать и с друг другом говорить. Да, стоимость курса я считала по курсу вчерашнего дня, поэтому сейчас, простите, курс рубля не знаю, но у меня вот получилась вот такая сумма. То есть у меня все в евро, потому что я живу в Европе, и у меня, опять же, расчет идет через мой банк, через магазин, интернет-магазин. Поэтому это 320 евро со скидкой 256, но скидка до 8 числа, не включительно. То есть 7-го 12 часов я закрою. Поэтому если есть интерес и если вы хотите участвовать, завтра я буду целый день на скайпе для того, чтобы с вами пообщаться. Потому что, опять же, я считаю, что я хочу, потому что мне важно, с кем я буду работать. Это не массовые курсы, да, на 100 человек, где всем до всех наплевать. То есть это покупка недвижимости, а недвижимость – это большие затраты, и это индивидуальная работа с каждым, потому что я прекрасно отдаю себе отчет, и это не первый год, который я работаю, и я знаю, до момента получения ключей у вас всегда будут вопросы, какие бы курсы вы ни проходили. Поэтому в школу обучаемся, то есть 256 евро, ребят, это даже не 10%, это 1% от, я не знаю, от какого же, то есть это… Говорить вам не буду даже. То есть, если вы купите билет и прилетите в Испанию, оплатите себе отель и потеряете время, потом уедете, поняв, что, ой, боже, что же я наделал. Ну, как говорится, потом придете в школу. Прискорбнее, ну, я, конечно, радуюсь всегда людям, которые с ошибками приходят, потому что, понимаете, когда у человека нет проблем, нечего, и кажется, что ну, не дую я на воду, потому что на молоке не обжегся. Но, к сожалению, наши ошибки в недвижимости стоят нам слишком больших денег.
минимальный депозит – это 3 тысячи. То есть вот 3 тысячи – это цена ошибки первоначальной. То есть, как правило, очень часто, да, люди схватываются, а, боже мой, послушал ваши курсы после того, как, бог ты мой, все, пошел учиться. Хуже бывает, вот у нас с Толиком большое ему спасибо, он до сих пор сотрудничает со мной, то есть, ну, потому что он здесь живет и делится своим опытом, и этот опыт нарабатывает, то есть после первой покупки, то есть его ошибка стоила 16 тысяч евро, то есть он говорит, если бы я тебя встретил раньше, твои курсы, но мы не видим, то есть пока мы не ошиблись, мы ничего не видим, мы начинаем видеть, прозревать в тот момент, когда мы действительно уже за свою ошибку заплатили, к сожалению, и как бы ни говорили, что лучше учиться на чужих ошибках, давайте вообще на ошибках учиться не будем, давайте их как-то не делать, все равно они будут. То есть они в любом случае будут, в любом, от этого никто не застрахован. Но пусть они будут такими дорогими, пусть они будут понятными нам. Если я иду на какой-то риск, у инвестора риск должен быть осознанным. Если я иду на этот риск, значит, я знаю, куда я иду и зачем мне этот риск нужен, что я из этого риска извлекаю. Но не так, как слепые котята, и даем заработать кому-то, и развращаем этот рынок, но это уже про нас, по-моему, не я сказала. Добро пожаловать в школу профессионального покупателя как риэлторам, так и инвесторам, потому что по-другому, ну, как бы, да, мы не инвесторы. То есть если мы не знаем, что мы делаем или надеемся на кого-то, значит, ну, инвесторами нас назвать, ну, совершенно никак нельзя. То есть мы те самые покупатели, те самые эти кролики, которых разводят. Учиться. Я в риэлторы пошел, пусть меня научат. Учиться по-другому никак. И не 5 лет вам придется учиться. А вы проходите курс, да, он маленький, по идее, для того, чтобы научиться риэлторам работать. Во-первых, надо пройти все 3 мои курса, все 6 хотела сказать. Во-вторых, конечно, мне еще 3 нужно новых разработать. Но во всяком случае, когда вот у нас 3 курса, да, первый – точка сборки, второй – арендный маркетинг, и третий – влияние и убеждение по переговорам, по умению держать себя в руках. Есть специальное предложение. Да, есть. Ир, смотрите, у нас есть специальное предложение 2 в 1. Оно еще дешевле, чем если бы вы покупали эти курсы первый и второй со скидками. То есть это специальное предложение, то есть это людей я беру, ну, как бы... Да, второй курс, вот ссылочка на 320, который сегодня, 256, она последняя. Если вы один курс берете, добавляете в корзину, это второй курс, он идет вот самый последний, зелененький. Но если есть необходимость в 2 курсах или вы хотите получить скидку, то вы делаете специальное предложение 2 в 1. Вот, поэтому добро пожаловать на курс, жду ваших оплат. Если будут какие-то вопросы, опять же, на сайте вы видите мой мобильный, вы видите факс, вы видите мой скайп, даже в магазине, да, вот внизу, вверху, то есть только вверху, где? Нет, внизу. Нет, есть, вот есть здесь почта, а внизу есть и телефон, и все остальное. Точки сборки, что это? Игорь, это первый курс. Первый курс это, ну, почитай, там почитай. Первый курс это точка сборки, это когда как мы выбираем, что мы выбираем и где. На втором курсе мы учимся зарабатывать на недвижимости, как и на третьем. То есть все в одном, в принципе, это одно обучение. Если мы пришли в институт, закончили только первый курс, и не закончили 4, ну, то есть мы что-то получили, но не все. То есть то же самое здесь, то есть они все взаимосвязаны. Эти курсы, то есть это как бы одна история. Но если у вас уже есть квартира, вы купили и хотите выжимать из нее, то есть уже зарабатывать, второй курс совершенно и работаете по своей квартире. Мы полностью раскручиваем ваш объект недвижимости, мы его просчитываем. Если вы еще не купили, слава богу, тогда мы рассчитываем и обсчитываем ваш объект до покупки, и это еще круче. Если интересно 2, то специальное предложение для этого. Если вы после второго будете проходить первый, месяц, Ира, месяц. То есть, смотрите, месяц, 8 модулей, 2 раза в неделю мы встречаемся. Мы встречаемся в онлайн-формате, спасибо вам большое за этот вопрос. То есть мы встречаемся в 21:00 Москвы, встречаемся вторник, пятница, либо вторник, четверг. То есть смотрим уже там по друг другу. И в зависимости от модуля, то есть во вторник я даю легкий модуль, чтобы у вас было время подготовиться, ну, то есть у вас небольшой промежуток, чтобы сделать домашнее задание. В четверг или в пятницу, в зависимости от модуля,
потому что время на домашнюю работу больше нужно, потому что, опять же, объекты вы будете сами выбирать, вы сами их будете просчитывать. То есть я даю теорию, даю вам задание, вы делаете практику, мы встречаемся, разбираем, да, разбираем, корректируем, исправляем и дальше. Есть дневные форматы, нет, только вечерние. Но опять же, от группы зависит. Смотрите, я, конечно, бы пошла к вам навстречу и дневным форматом, если группа поддержит. Но, как правило, у нас инвесторы, люди рабочие, так уж сложилось. Всем удобно вечером, потому что все работают, и 21 не все успевают. Вот. Поэтому, если вам нужен дневной формат, напишите мне об этом в комментариях отдельно, и мы поговорим, что можем для вас сделать. Записи есть, записи каждого курса, записи прошлых потоков, то есть все это есть, но наберите меня на скайп, мы с вами конкретно поговорим. Вообще все, кто идет обучаться, Игорь, и ты в том числе, пожалуйста, на скайп я с вами отдельно поговорю. Мы выберем с вами идеальный для вас формат. Встреча с 12 дня, Ира, с 12 дня по Испании, не по Москве, то есть в Москве это час, с 12 дня по Испании я на скайпе. Потому что до 12 я делаю звонки по банкам, по объектам. Ну, то есть в Испании до 2 у нас все работает, поэтому это надо все сделать до 12, чтобы понимать, как у тебя день ляжет. А с 12 я уже работаю. То есть напишите мне в скайп, да, и время, когда вам удобно, то есть я с вами, ну, я вам отвечу. С 12 дня, кроме субботы, воскресенья, опять же.